Менендес, сидро натураль. Мы в Астуре же, да, да, уже находимся? Уже находимся в Астуре, зашли в магазин, купили сидр, я прямо сразу его открыл. И о, слушайте, это вот вообще ни сравнение не идет ни с чем. То, что мы пили до этого. Во-первых, он не кислый совершенно. Настолько легкий, как вода, хотя 6,5 оборотов здесь. Угу. Ну, пьется вот реально, как он, ну, кислоты никакой не чувствуется. Вот такой мягкий очень вкус, обволакивающий. Какие-то есть нотки. Фруктовые. Ну, попробуй. Что скажешь? Да, он действительно другой. Не такой кислый, не такой с такой вот. Ну, нет уксусный не, такой, не да. Кислый. Да, не уксусный. Ну, в чем класс? На родине сидра, и сидр другой. Ну, те же тоже астурийские-то были. Ну, не те фирмы, наверное. Ладно, посмотрим, какие следующие астурийские будут. Ну, да. Вот этот прям Менендес, сидро натураль. Одобряешь. Ну, прям, я прям всем советую, кто ну, кислого не любит.